Люди света построили в кратере великий город. Они поклонялись треугольнику, ведь он наделял своих хозяев силой управлять временем. Но с помощью силы можно творить и добро, и великое зло. Ты должна любой ценой их остановить. Приветствовать, друзья! Я, да, давно вас не видел. Спасибо еще раз. Мы, иллюзионисты, очень любим рисковать на сцене. Вы это знаете, я не исключение. И сегодня я подготовил вам трюк, ну, как по мне, самый рисковый мой трюк. Я называю его «Трон смерти». Все просто. Я хочу позвать сюда нашу уважаемую ведущую, чтобы она лично удостоверилась, что эта штука крайне опасная. Смотрите, настоящий металлический топор. Не стойте под этой страшной штукой. Она опасна. 7 острых, как лезвие ножей. Ну и самое главное, булава, которая будет зажжена во время трюка. 5 замков, цепи, наручники, кандалы. И у меня будет меньше 2 минут, чтобы выбраться отсюда живым. Если вы готовы, единственная вещь, которая будет мне помощником, это самая обыкновенная отмычка. Она у нас есть. Вы все проверили, цепи, замки, все по-настоящему. Да, да, все настоящее, острое. Могу проверить топор? Проверь. Топор, конечно. Да.
острый топор. Удачи! Спасибо. Готовы для начала, кивните мне. 3, 2, 1. Почему середину? Потому что за это время оно прогорит. Ну давай!